Правительство Сирийской Арабской Республики арестовало активы двоюродного брата президента страны Башара Асада. Согласно данным Рейтер, соответствующий документ был подписан 19 мая. В нем указывается, что активы Рами Махлуфа арестованы в качестве превентивной меры, чтобы гарантировать выплаты в бюджет со стороны принадлежащего Махлуфу сотового оператора Сириател. Помимо него, Махлуф имеет бизнес-интересы в производстве и импорте табака и автомобилей, в гостиничном бизнесе, финансовом и страховом секторах, а также в энергетической промышленности. Семья Махлуфа всегда была в близких отношениях с семьей Асада, как при жизни отца Башара Асада, Хафиза Асада, так и после его смерти. Сам Асад до сих пор публично не прокомментировал происходящее с его кузеном.